Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Александр. Я работаю при храме 20 лет уже в должности завхоза. Мы сейчас около какого храма находимся? Значит, это город Мариуполь, левый берег. Храм архистратига Божия Михаила. Мы здесь поблизости от Азовстали. Да, километра 3 до завода Азовсталь. Скажите, вот здесь явные следы повреждения. Из чего это стреляли? Вы знаете, когда начинался обстрел, это были обстрел с установки «Град», поскольку ну, мы немножко военные люди, хотя уже 40 лет прошло, как мы служили в армии. Но мы понимали. Потом прошла буквально неделя обстрелов, и потом это был явный танк, потому что я служил в танковых войсках и немножко разбираюсь в этом смысле, что был обстрел гладкоствольной пушки, 20-30 секунд был залп, и это продолжалось примерно 2-2,5 часа. Мы ушли сразу с верхнего храма в подвальную часть, потому что здание просто подпрыгивало. Такое массивное здание просто подпрыгивало от попадания снарядов. Скажите, правильно я понимаю, что войск ДНР здесь еще не было в этот момент? Войска ДНР вошли буквально через 7 дней. Нам в это ну, то есть, получается, во время обстрела здесь войск ДНР не было, и стрелять могли только украинские войска? Я думаю, что да. Скажите, еще такой вопрос. Как вы думаете, почему украинские танки стреляли по православной церкви? Ну, вы знаете, всегда один из главных конфликтов, который происходит между человечеством, самый серьезный конфликт – это религиозный. Поэтому я до того, как обстреливали наш храм и вообще город Мариуполь, я четко слышал информацию, что говорят, вы что тут кляти москали? Не так святы, это треба вот так вот, а надо вот так вот. И понимаете, я думаю, это явилось причиной конфликта, то, что нужно было этот храм расстрелять, не только наш, а и другие православные храмы, для того, чтобы сказать, что вы неправильно служите, а мы правильно служим. Последний вопрос. Какой точно здесь адрес? Улица Воинов-Освободителей, 3.